Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.bz. Подожди, пока еще никто не зашел. Сейчас зайдет кто-нибудь. Да. Там кто-то зашел. Прямо ой, Давуд, Давуд, привет. Лиза, скажи Давуд, привет. Ну, скажи Давуду, поздоровайся с ним. Чё ли... Ой, ё-моё. Покажи мне. Нет, Давуд на тебя смотрит, поздоровайся с ним. Лиза. Я чё, куда? А. Поздоровайся с Давудом. Лиза. Я подержу. Не, давай я... Поздоровайся с Давудом. Помоги мне подержать. Ты держи. Лиза, поздоровайся. Он там тебя видно. Где? В телефоне. Скажи. Саша, привет. Катя, привет. Ирина, привет. Кто такая Аминка? Скажи мне. Сестра. Скажи Ирина, привет. Да ты что такая вредина? Значит, переключи песню, мне не нравится. Сейчас. Лиза еще вредничает, переключи песню как раз. Ее. Лиза. Чего обижаешься? А, иди ко мне сейчас. Держись. Да, родная сестра. Давай. Похоже? Обиделась. Лиза, ну посмотри. Лиза. Обижается ребенок. Лиза, чего обижаешься? Лиза! Садись. Скажи привет. Поздоровайся со всеми. Там Давуд. Скажи привет, Давуд. Ты что, его не любишь? Лиза. Не хочет. Скажи Давуду привет. Он там тебе лайки ставит. Кто нам ставит лайки? Саша. Саша нам ставит лайки. Скажи, Саша, привет. Нет. Скажи, поздоровайся с Давудом. Он тебе киндер дарит. А ты с ним не здороваешься. Он тебе больше не подарит ничего. Не купит. Нет. Серьезно? Все, на тебя обиделись. Нет, там вроде ничего. Лиза, иди сюда. Иди. Она не хочет с тобой поздороваться. Лиза. Что? Скажи Давуду что-нибудь, он тебя смотрит. Там. Да, помню. Лиза, ты помнишь, как ты через забор упала? У Димасика во дворе, помнишь? Как ты упала через забор? А? Да. Помнишь? Да. Больно было? Нет. Нет? Она тогда, короче, так упала. Ну, сальто просто сделала. Проигрываем тест. Ну, что, ты позвонить хочешь? Сядь сюда, Лиза. Я Мишки. Садись, Ира. Поздоровайся с Давудом. Лиза, что такая вредина. Нет, на Мишки. Ты моя сестренка? Ты моя сестренка? Да. Да. Ну поздоровайся с Давудом, он ждет, что ты ему сказала что-нибудь. Ты что такая вредная? Ты что вообще? Лиза. Сюда, иди ко мне. Иди, сядь, Семёна. Сядь со мной. Я хочу с ней. Нет, садись со мной. Давуд написал, что тебя любит. Ты его любишь? Нет. Почему? Лиза. Он тебе больше киндер не купит. Что купить? Лиза, что ты такая вредина? Он потом не купит тебе киндер? Вообще с тобой не будет разговаривать.
Лиза, ты куришь? Лиза, ты куришь? А? Лиза, ты куришь? Нет. Нет? Нет. Бросила курить? Нет. Нет. Тогда спрашивали, она курит или нет? Она сказала, да. Нет. Ты куришь? Нет. Бросила? Да. Так вот. Не понравилось тебе курить? Нет, не понравилось? Ты чё вредничаешь, а? Да вот тебя любит, а ты чё вредина? Мишкина подружка. Нет, Давуда подружка. Нет, медведь моя подружка. Чё вредничаешь ты так, а? Иди сюда, иди ко мне. Лиза, иди. Изменяешь? Ты изменяешь в садике Давуду? Нет. Нет, она не изменяет. Говорит, иди сюда. Лиза, иди ко мне. Дай Мишку поправлю, сяду к тебе. Ну ладно. Мой папа пришел. Ты скажешь, что я сумасшедшая. А я тут перископ. Скажи что-нибудь. Я с дебилами знаю. Сам ты дебил. Так а что, блин, сами с собой разговаривать, что, нормально, что ли? Здрасте, кто там? Тебе Давуд написал, здрасте, дядя Андрей. Привет, Давуд. Привет, Давуд. Написала. У вас тебя кто? Сколько там народу смотрит? Привет. Пять. Пять? Чё там? Офигеть. О, почему так? Поэтому я не знаю. Почему? Ой, вообще. Я, Катя, я не знаю, мне... Я не знаю, что такое происходит. Она, смотрит, она, не она смотрит, она может, не может писать. А-а-а. Давай, приятного аппетита. Я не знаю, что такое происходит. Скрыть чат? Я его скрыла, сейчас показать. Нет, Катя, ну, спроси, она видит? Ты... Я с Настей сижу. Сейчас пойдем провожать, пойду ее. Вот. Что маме сказать? Почему я вижу, что ты ведешь трансляцию? Пофиг, тогда можно разблокировать, сказать, типа... Ты что, с ума сошла? Просто. Короче, ты ладно, давайте, всем пока. Давай попозже зайдем. Видишь? Смотришь? Я не знаю, что такое. Я... Чего-то я не понимаю, что происходит. У меня чат вроде открыт. Я вижу, что ты смотришь, но... Короче, я не знаю, что происходит. Что происходит? Я не знаю, что такое. Забыла программы. Скрыть чат. Вот я его скрыла. Показать. Вот я его показала. Вот. Я не знаю, что происходит. Ладно, короче, все, мы попозже зайдем. Я посмотрю еще, что такое. Может быть, получится что-нибудь изменить. Сына.